Мы привыкли, мы выросли на этом космонавта, на его героизме. Я помню, еще маленькая девочка была в школе, училась, когда все его открытки, все в космос он летал. В первом классе как раз я пошла. А, Юрий Гагарин? Не помню. Он первый человек в космосе. А, да. Впереди. Множество восторженных друзей. Он сделал большой шаг в мире, большой шаг истории человечества. Это не можно не заметить. Он был первым. А такой человек только один. Это у нас панель, на котором стоял. Вот отломанный кронштейн металлический, алюминиевый, расплавленный. Вот это сбоку, вид сбоку, вот ТГК. Слушай, вы это здесь показывали? Да, петля. Там дальше в ухо, сам будет, посмотрите. Да, вы потом будет, да. Нет, в наше время это не нужно. Страна нищих, какая помпезность?